Часто-часто дети, когда они одни, бродят в интернете ночи и дни. И порою дети попадают в сети. Кто же им поможет героя где найти? Каспер на помощь придет, он компьютер спасет, сохранит все, что ценно. Каспер непременно. Приключения робота Каспера. Ничего себе чатик у нашего Севы. Полшколы собрал, не иначе. Встретились бы лучше на свежем воздухе. Футбол, салочки, вышибалы. А вместо этого строчат, как из пулемета. Гена, кто такой? А, Генка, что ли? Да ладно! Похоже, в полку Севиных друзей по переписке прибыло. Еще и Гена какой-то крокодил подоспел. И где он пропадал? Да, точно, Генка. 3 года назад мы с ним летом в лагере вместе были. Как его фамилия-то? Сейчас бы самое время Севе подумать не о том, где Гена пропадал, а о том, почему он вдруг появился. Чего-то от него пришло. Может, видос нарыл из лагеря? Гляни быстренько видос, что Геннадий преподнес. Видео твоих друзей, заходи и не робей. Ну точно, наснимал что-то, надо посмотреть. Нет, это не лагерь. Эй, я ничего не рассылал. А, ребята, это не я. Ну вот, все настоящие друзья Севы получили это якобы Генино видео. Каспер, без тебя никак. Я всегда в работе, ведь робот не устает. Если меня позовете, Каспер на помощь придет. Ссылка заражена вирусом. Файл хаотично рассылается. Работаю над устранением проблемы. Предупреждаю всех не кликать. Оказывается, аккаунт Гены был взломан. А Севу должно было насторожить, что с него в первый раз за несколько лет пришло сообщение и сразу со ссылкой. Каспер, спасибо! Эх, Гена, Гена! Это еще что? Мне тут брат сообщение прислал. Отправь деньги. Я ему, конечно, перезвонил. Оказалось, он ничего не присылал. Тоже аккаунт взломали. Надо ребят предупредить, а то попадут, как я. Приключения робота Каспера. Продолжение следует.